Всем привет, подписчики моего канала. Сегодня я вам покажу, как сделать маленький прицел CSGO. Итак, для того, чтобы сделать маленький прицел CSGO, вам необходимо ввести в консоль некоторые команды. Все команды будут в описании под роликом. Первая команда у нас KL Crosshair Dot 1. Затем идет команда KL Crosshair Gap 2. Затем идет команда KL Crosshair Scale 0. Затем идет команда KL Crosshair Size 1. KL Crosshair Style 4. Затем KL Crosshair Thickness 0.5. И последняя команда KL Crosshair Сиа Альпха 1. И у вас будет вот такой маленький прицел, который вы сейчас видите на экране. Если вам помог, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.